Организовать на новом уровне систему контроля жилых помещений и придомовых территорий поможет видеонаблюдение от Ростелеком. Это уникальное предложение от ведущей телекоммуникационной компании России позволяет существенно расширить спектр задач, решаемых системами безопасности. Согласитесь, это очень удобно – знать, что происходит в вашем доме, даже находясь вдали от него. Такой контроль можно осуществлять с помощью мобильного устройства. Анжелика уже воспользовалась уникальным предложением от Ростелекома. В ее доме установлена камера видеонаблюдения. Безумно удобно, особенно у меня кошка, и когда меня нету дома, я могу следить за ней, все ли с ней хорошо. Подключение и настройка видеокамеры занимает всего несколько минут, сделать это можно самому. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами и автомобилем на стоянке. Ну и, конечно, вы будете знать о визите непрошенных гостей. Я зато всегда спокойна. То есть, если я буду знать, если кто-то придет ко мне вдруг случайно, воры, не воры, мало ли. И это очень круто и очень безопасно. Приложение работает просто идеально. Камеры ведут съемку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для ночного режима, защищены от дождя, снега и даже грозовых разрядов. Поэтому оборудование можно использовать для установки на улице, во дворе многоквартирного дома или коттеджа. Видеозапись камер Ростелеком хранится в облаке. Мы обеспечим достаточно надежную защиту от всех типов киберугроз. Немаловажный факт тот, что техподдержка видеонаблюдения Ростелеком осуществляется 24 часа 7 дней в неделю. Главной особенностью новой технологии является возможность ведения дистанционного наблюдения и просмотра записи из любой точки мира, где есть интернет. Для этого достаточно установить на ваш смартфон специальное приложение от компании Ростелеком.